Анатолий, я почему, собственно, про художника говорил? Потому что это режиссер картины «Мета». Mm-hmm. Картина, про которую мы с вами сегодня будем говорить, Шагал Малевич. Вот он говорил мне про вас, что вы просто вот действительно тот самый Малевич, который в его режиссерском представлении, собственно, творил и гениальствовал. Вот вы гениально, стало быть, сыграли гения. Вы сами считаете, у вас получилось? Потому что с 3 числа уже фильм в прокате, насколько я понимаю, да? Да, фильм уже вот. Идет. Вы считаете, что это как бы вершина вашего актерского творчества? Риторический вопрос. Конечно, нет. Но просто, вы знаете, так произошло действительно, что с Александром Наумовичем мы как-то с первого встречи, с первой, ага, почувствовали, что думаем и видим этот персонаж примерно одинаково. Так. И так вот как-то счастливым образом это все совпало, что действительно после первых же проб он меня утвердил. Ага. И то, как он был написан, и то, как я его чувствовал, и то, как чувствовал он, все очень совпало. Но он выписан, да, в сценарии таким человеком, такой, знаете, ходячий комок воли. Ага. Вот. То есть он действительно диктатор, действительно человек жесткий и... Вы знаете, нет, как бы какого-то диктаторства, да, там, ага, особого, я, например, в этом не вижу. Я вижу в этом большую-большую волю, что, собственно говоря, ну, mm-hmm, мне кажется, каждой творческой единице присуще, да? Спорный. Ну, хорошо, тезис. Талантливый. Хорошо. Ну, давайте так. Ага. Ну, начнем с того, что, в общем, действительно, мы говорим о человеке, который перевернул сознание 20 века, да, и убрал предметы с холста. Угу. И сделал искусство беспредметным. То есть совершил такую революцию, скажем, угу, так, в искусстве, да. Значит, соответственно, что это был за человек? Это был человек огромной воли. Угу. Потому что это он придумал, да, это была его идея, абсолютно такая головная. И он эту идею, несмотря ни на что, воплотил в жизнь, да, и отстаивал до конца своих дней. Соответственно, что можно сказать о таком человеке? Это человек танк, да, mm-hmm, это человек, который прорубает стены, наверное. Mm-hmm. Хотя, вы знаете, когда я готовился к картине, опять же таки, с подачи Александра Наумовича, изучал материалы, очень много материалов о нем, и узнал очень много нового. Ага. Потому что, ну, конечно, то мы знаем Малевич, да? Квадрат. Чёртый квадрат, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».